Уважаемый Владимир Владимирович, к вам обращается сержант Глушенков Дмитрий Анатольевич. Я проживаю в селе 3 Александровка Калининского района Саратовской области. В данный момент нахожусь на СВО. Переживаю чуть-чуть. В моем селе сейчас происходит захват земельного участка и складских помещений, которым я владею на протяжении 5 лет и занимаюсь для сельскохозяйственной деятельности. Моя супруга делала в письменной форме обращения, видеообращения, но местные и областные власти только отписываются и направляют в суд для разбирательства. На этой территории сейчас на хранении находится сельскохозяйственная техника и в складе хранится зерно. Я прошу у вас помощи остановить этот захват, так как не нахожусь в селе с 26 января 2023 года, подписав контракт о добровольной прохождении службы и фактически нахожусь на линии боевого соприкосновения, имею государственные награды. Я уже доказал во всех судах, вплоть до Казанского, что все эти объекты должны являться бесхозным имуществом Ахтубинской администрации и выставлены на аукцион. Мои представители сейчас подают кассационную жалобу, доказывают в суде о том, что это имущество должно являться бесхозным имуществом Ахтубинского МО. И глава администрации Маслов Андрей Владимирович в курсе всех этих событий, но отказывается от имущества в пользу третьего лица. Все это непонятно и незаконно. Из этого всего получается, что, зная о том, что я нахожусь на службе, за моей спиной проводят махинации. Прошу вас вмешаться в сложившуюся ситуацию, поскольку обратиться мне больше не к нему. Надеюсь, на справедливость восторжествует.